Сегодня 16 декабря. Жители 5-го микрорайона в небольшом количестве собрались у нас во дворе. Я сама выйти не могу, так как полиция бережет, из дома выйти не дают. И люди все равно хоть немножко решили заявить о себе, потому что на площадь Маншук-Мамедовой не разрешают выходить, потому что не дают разрешения. Люди все равно сегодня, пускай в малом количестве, вот они вышли, они просят, чтобы вернули им собственность. Вот. Поэтому дело не в этом. Я сама спуститься не могу, потому что кругом стоят в машинах полицейские сидят, потому что и с утра уже наших полицейских забрали. Люди, несмотря ни на что, все равно, говорю, сегодня в День Республики Казахстан просят у нашего президента вернуть им собственность. Вот, смотрите. Верните нашу собственность! Вот так вот люди просят. Люди просто просят. Я говорю, сколько можно? Говорю, на площадь не разрешают выходить. Вообще полнейший беспредел. Господин Токаев, люди обращаются к вам еще раз. Активистов прессуете. Мне вообще весь кислород перекрыли. Ваши эти КНБшники, или как там назвать, полиция, милиция. А люди все равно даже до площади пусть не получилось дойти. Люди собрались во дворе. И это говорит о чем? О том, что народ вас не боится. Потому что во дворе люди имеют полное право собраться. Полное право. Вон стоит уже. Докладывает, что здесь происходит. Смотрите. Вон, и ушки опустил. Вон они все. Давайте. Вон стоит, караулит. Вон. И уходит в сторону. Видите, что я его снимаю? Смотрите. Стоят, караулят, представляете, жители, представляете, стоит, караулит. Вообще ужас. Люди просто просят. Да никого не убили. Ну вот так вот. Вот такое наши жители государства. Скоро все будем сидеть по домам, никому не разрешат выйти. Никому не разрешат выйти. Мы дождемся этого. Все, на этом мы прямой эфир заканчиваем, потому что, говорю, просто мы сегодня хотели заявить о себе, о том, что из любого безвыходного положения есть 24 выхода. Вот. Так что вот люди не побоялись и во дворе собрались. Господин Токаев, услышьте просьбы людей, верните людям собственность.